Авария на шоссе Меридиан. Водитель легковушки потерял управление на скользкой дороге, выехал на соседнюю полосу и зацепил авто с видеорегистратором. Подробности в материале. Сначала легковушка врезается в один автомобиль, а потом вылетает с дороги, проломив забор. Обе машины получили значительные повреждения. Еще один водитель вылетел с трассы на одной из дорог в области. Шофер автомобиля с регистратором решил обогнать, но потерял управление и очутился в сугробе. Благо, никто не пострадал. А это последствия ДТП на проспекте Ленина из-за неработающего светофора. 36-летняя автоледи за рулем Форда не уступила дорогу Рено. В итоге обе машины разбиты, а 38-летний пассажир французского универсала госпитализирован с переломом голени. На перекрестке улиц Шаумяна и Доватора автолюбители тоже не смогли разъехаться. Один поворачивал налево, а второй спешил проехать прямо. Повреждения небольшие, просто потому, что скорость была невысокая. Эти два кроссовера столкнулись на улице Горького. От удара один из них по инерции въехал в придорожное ограждение. Пострадавших нет, а кто виноват, будут выяснять инспекторы ГАИ.